Здравствуйте, с вами Гордилова Ирина Викторовна. Изучаем математику вместе. Тема сегодняшнего урока – понятие уравнения, множество решений уравнения. В конце урока каждый из вас будет способен распознавать понятие уравнения, решать простые уравнения, используя алгоритм нахождения неизвестного компонента действия. И для этого мы вспомним с вами, что существует такое понятие, как математические выражения. Математические выражения бывают числовые, в этом случае они состоят только из чисел, либо буквенные выражения, которые содержат числа и буквы. Приведем примеры. Числовым выражением мы можем предложить просто число, например, 2011, или такое выражение, как 35 минус 4 во второй степени, либо вот такое числовое выражение 6 умножить на 5 плюс 8 деленное на 2, то есть используя не только числа, но и действия над числами. К буквенным выражениям можем привести следующее: а умножить на b, или x плюс y, или 26 умноженное на выражение в скобках x плюс 3. Видим, что здесь для этих буквенных выражений используются буквы, числа и действия с этими элементами. Тогда мы можем обобщить и сказать, что числовой коэффициент обычно пишут перед буквенными множителями. Например, число 2 записано перед буквенным выражением x плюс 8. Коэффициент равный единице принято опускать, то есть произведение 1 умножить на букву x можно записать просто как буква x. Если выполнить действия, указанные в числовом выражении, то получится число, которое называем значением выражения. То есть, если сделали действие, получили результат, вот этот результат и будет называться значением выражения. Например, 125 деленное на 5 и минус 3 в квадрате умноженное на 2. Если выполнить эти действия, посчитать, получится число 7. Значит, число 7 является значением этого числового выражения. Ну и буквенное выражение можно преобразовать в числовое, подставив вместо букв числа. Например, дано буквенное выражение 3x плюс 2y. Предложено вместо x подставить число 8, вместо y число 4. Тогда мы уже, заменив буквы на эти числа, получаем числовое выражение. Рассмотрим рисунок. Как узнать, сколько весит один мешок? Рассмотрим левую чашу этих весов. Мы видим, что здесь на левой чаше три одинаковых мешка и гиря на 1 кг. Рассмотрим правую чашу весов. Две гири по 5 кг. И еще мы наблюдаем, что эти весы уравновешены. То есть весы находятся в равновесии. Составим уравнение с одним неизвестным. А что же тогда считается уравнением с одним неизвестным? Уравнением с одним неизвестным называется равенство, содержащее эту неизвестную. Значение неизвестного, при котором уравнение превращается в истинное равенство, называется решением уравнения. Тогда по тем условиям, по той задаче, мы получим следующее равенство, что 3 нужно умножить на какое-то пока неизвестное нам число, прибавить к нему единицу, и в правой чаще мы получим число 10, потому что 2 одинаковые гири по 5 кг. То есть мы получаем следующее равенство. Это будет уравнение с одним неизвестным. И если мы неизвестное число обозначим буквой x, тогда уравнение будет иметь следующий вид. 3x плюс 1 равно 10. Решим полученное уравнение на множестве натуральных чисел. Что значит решить уравнение? Это значит найти все его решения или доказать, что решений нет. Итак, рассмотрим наше уравнение и рассмотрим сначала левую часть уравнения. Она представляет собой сумму. В этой сумме 3х – это первое слагаемое, а единица – это второе слагаемое. Что представляет собой правая часть уравнения? Просто число 10. Тогда, чтобы найти неизвестное число, мы должны из суммы отнять известное слагаемое. То есть 3х равно 10 минус 1. То есть 3х равно числу 9. Теперь уже левая часть – это произведение. И чтобы найти неизвестный множитель, мы должны разделить произведение на известный множитель.
и тогда в результате деления мы получаем число 3, и обязательно проверяем, полученный ответ будет принадлежать множеству натуральных чисел. Да, число 3 – это натуральное число, и значит, мы решили уравнение на множестве натуральных чисел, и его решением является число 3. Сделаем проверку. Подставим это значение в буквенное выражение. 3 умножить на 3 плюс 1 действительно будет равно числу 10. Мы получили истину. И это говорит о том, что число, которое мы получили в результате решения, является как раз тем решением, которое мы искали. А как же обозначается множество всех решений? Множество обозначается буквой S. Тогда ответ мы записываем следующим образом. Мы записываем множество, обозначенное буквой S, и в это множество входит одно число. Это число 3. Выполним следующее задание. Нам предложены 5 уравнений и предложены 5 чисел. Нужно найти соответствие между уравнением и его решением. Итак, первое уравнение x плюс 5 равно 8. Его решением является число 3, потому что 3 плюс 5 действительно равно 8. Рассмотрим второе уравнение. А минус 10 равно 2. Решением этого уравнения является число 12, потому что 12 минус 10 действительно равно 2. Рассмотрим третье уравнение. 12 умножить на x равно 60. Решением является число 5, потому что 12 умножить на 5 – это 60. Рассмотрим четвертое уравнение. 120 делить на z равно 40. Его решением является число 3, потому что 120 делить на 3 равно 40. И последнее уравнение. 3y минус 12 равно 0. Его решением является число 4, потому что 3 умножить на 4 – 12, и отнять 12 действительно получим 0. Среди предложенных чисел лишним было число 10. Решим еще одно задание. По цепочке действий составьте уравнение, затем решите его на множестве натуральных чисел. Итак, дана цепочка. И мы по этой цепочке составим уравнение. Уравнение будет иметь вид 6х минус 2 равно 124. Решим это уравнение. Левая часть – это разность. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, мы к разности прибавим 2. Получается, что число 6х равны 126. Теперь левая часть – это произведение. Чтобы найти х, 126 делим на 6. И тогда мы получаем, что х равен 21. Не забудем проверить, принадлежит ли это число множеству натуральных чисел. Да, действительно, 21 – это натуральное число. Значит, мы его отправляем в ответ. Сделаем проверку. 6 умножить на 21 минус 2 – действительно 124. Значит, это именно то число, которое является решением этого уравнения. Рассмотрим уравнение, которое не будет иметь решения на множестве n. Нам предложено уравнение вида 2х плюс 1 равно 16. Решим его. Левая часть – это сумма. Поэтому, чтобы найти, чему равны 2х, мы должны от 16 отнять 1. Таким образом, мы получаем, что 2х равно 15. Теперь левая часть – это произведение. Чтобы найти х, мы должны произведение разделить на известный множитель. То есть 15 делим на 2. В результате деления у нас получится число 7,5. Не забудем проверить, принадлежит ли это число множеству натуральных чисел. Это число не является натуральным. Значит, мы делаем следующий вывод. Поскольку результат, который мы получили, не является натуральным, то на множестве натуральных чисел это уравнение решения не имеет. Это записывается следующим образом. Множество S равно пустому. Наш урок подходит к концу, и я уверена, что каждый из вас может сказать, что я умею находить неизвестный компонент действия, применяю терминологию и обозначения, относящиеся к понятию уравнения, умею различать числовые и буквенные математические выражения,
решаю уравнения на множестве натуральных чисел, проявляю упорство, настойчивость и уверенность в себе. Я говорю вам спасибо за внимание. Всего вам хорошего.